Доброе утро, друзья! А мы готовим пиццу, пиццу-минутку. Это манка и два яйца, мы их перемешиваем. И посолить еще не забыли. Да. Друзья, смотрите, какая консистенция. Секунд 15 взбили, и вот что получилось. И, друзья, смотрите, у нас сковородка разогрета, чуть-чуть смазана маслом. Мы выкладываем наш... Блин. Выкладываем сверху нашу начинку. Манка схватывается прям практически моментально. И сырочком посыпаем. И закрываем все это дело. Накрываем крышкой. Сыра давай побольше, как мы любим. Ну вот и смотрите. Прошло минуты 4, наверное. Все у нас тут хорошо расплавилось. Немножечко еще базилика сверху добавим. И будем завтракать. Ну вот и все. Готов наш завтрак. Посмотрите, какая... Классная она получается. Абсолютно. Я съем. Все сама. Прекрасный, прекрасный. Как пицца. Хлебная. Я прям не могу налюбоваться. Такая она классная все-таки. Очень быстро. Это самая быстрая пицца в мире.